Аслан Масадов, полковник, начальник главного штаба вооруженных сил Чечни и Ичкерии. Документы подписывает как дивизионный генерал. Родился в 51-м году в казахстанской ссылке. В 57-м вернулся вместе с родителями в Чечню. В 72-м закончил высшее артиллерийское училище. Службу начинал командиром взвода на Дальнем Востоке, служил в Венгрии в должности командира полка. В 90-м году в качестве начальника ракетных войск и артиллерии дивизии, дислоцированной в столице Литвы, участвовал в захвате Вильнюсского телецентра, о чем сейчас вспоминать не любит. Спустя 2 года, когда Джохар Дудаев призвал всех офицеров-чеченцев вернуться на родину, Масхадов последовал его призыву одним из первых и сразу стал заместителем начальника главного штаба вооруженных сил Чечни, причем уже через год занял место своего начальника. Новый начальник штаба успешно планировал и организовывал разгром группировок Руслана Лобазанова и Беслана Гантемирова, а также попытался сделать небывалую для Чечни вещь – организовал широкомасштабное учение по мобилизации и развертыванию резервов. Уже тогда, как отмечают люди, хорошо его знавшие, Масхадов был твердо убежден в неизбежности большой войны с Россией, что и подтвердилось в декабре 1994 года, когда российские войска вошли в Грозный. С этого момента фигура Аслана Масхадова становится ключевой в разворачивающемся движении сопротивления. В то же время Масхадов одним из первых понял, что война приобретает затяжной характер, и уже с января 1995-го пытался вести мирные переговоры с российской стороной через Рохлина и Бабичева, впрочем, безуспешно. Летом 1995-го Масхадов участвует в мирных переговорах чеченской стороны по линии миссии ОБСЕ. Лично для Масхадова провал переговоров стал очевиден после акции Шамиля Басаева в Буденновске, к которой, по утверждению Масхадова, лично он не имел никакого отношения. Впрочем, после кизлярской операции Салмана Радуева Масхадов выступал на одной с ним пресс-конференции. То, что именно Масхадова Лебедь избрал в качестве полноправного юридического представителя чеченской стороны для заключения мирных и совьевских соглашений, явилось официальным подтверждением его немалого авторитета, во-первых, как военного, а во-вторых, как потенциального политика, одного из самых вероятных претендентов, по мнению экспертов, на роль общенационального лидера Чечни за неимением Джохара Дудаева.